Здравствуйте, вы смотрите программу «Агрочас», в студии Татьяна Молокова. Сегодня мы будем беседовать на тему совершенствования мер государственной поддержки сельхозкооперативов и фермеров. И гость нашей студии – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Инна Волкова. Инна Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Инна Вячеславовна, а в Чувашии, как и, наверное, по всей России, действуют различные национальные и региональные проекты во всех сферах экономики. А в Чувашской республике в сельском хозяйстве тоже есть разработаны национальные и региональные проекты. Вот расскажите, какие региональные проекты действуют в сельском хозяйстве? Развитие сельскохозяйственной кооперации является одной из стратегических задач, которые ставятся перед нами на федеральном уровне. С пулинией Минсельхоза у нас реализуются два региональных проекта. Это экспорт продукции и агростартапы, то есть поддержка малого и среднего предпринимательства через грантовую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Есть уже какие-то цифры, кто, что, сколько получил, какую поддержку получил? В 2020 году уже грантовая поддержка осуществлена. В настоящее время идет ее освоение стороны сельхозтоваропроизводителей. Все денежные средства, которые были выделены в рамках грантовой поддержки, фактически уже на сегодняшний день освоены. Инна Вячеславовна, расскажите про региональный проект «Агростартап». Что это, сколько уже кооперативов участвовали в этом региональном проекте? Данная поддержка у нас очень востребованной является. В этом году у нас конкурсным процедурам было допущено 82 участника. К сожалению, только 12 из них, которые набрали наибольшее количество баллов, хватило средств бюджета на реализацию их проектов. Но остальные участники вполне имеют возможность участвовать у нас в грантовой поддержке в 2021 году. Данная процедура у нас очень востребована, действительно, и пользуется популярностью, скажем так. Много людей уже наслышаны об этой системе грантовой поддержки, и со стороны фермерского сообщества она очень поддержана. Инна Вячеславовна, а планируется ли введение новых мер поддержки для фермеров? С 2021 года у нас ряд мер поддержки изменится. В настоящее время у нас, если по разным линиям мы предоставление осуществляем грантовой поддержки, это, например, агростартапы, два вида поддержки по линии агростартапа, начинающий фермер, семейный фермер и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Но с 2021 года уже планируется изменить немного систему грантовой поддержки. То есть начинающий фермер у нас фактически, поскольку он дублироваться будет новым видом грантовой поддержки, уже не будет существовать. Появляется новый вид государственной поддержки, как агропрогресс. Этот вид поддержки будет отличаться от того, как у нас сегодня осуществляется грантовая поддержка, поскольку сейчас у нас по линии агропрогресса уже смогут участвовать общества с ограниченной ответственностью, которые, например, сегодня не могли участвовать, либо сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые подпадают под требования данной грантовой поддержки. Так у нас смогут участвовать указанные мной организации, которые должны подпадать под микро- и малое предпринимательство в соответствии с критериями, которые установлены у нас законом о развитии малого и среднего предпринимательства, и должны действовать на сельских территориях более 24 месяцев. Угу. То есть сейчас на федеральном уровне уже ставятся более серьезные проблемы к разрешению, скажем так, для того, чтобы производство и переработку возвращать на село, которое у нас за последние несколько десятилетий немножко было потеряно, и теперь у нас стоит цель поддерживать именно производственные кооперативы, которые должны уже решать основные задачи именно на селе. А о каких суммах поддержки идет? До скольки миллионов можно получить? Планируется предоставление грантовой поддержки до 30 миллионов рублей. Угу. Все могут участвовать сельхозкооперативы? Не все сельхозкооперативы, как я сказала, в этой грантовой поддержке. Это у нас не смогут участвовать крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Угу. Для них уже установлены другие виды грантовой поддержки, которых они смогут участвовать. Куда можно направить средства? Средства гранта можно будет направить на приобретение либо строительство объектов недвижимого имущества, приобретение оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, либо рыбопосадочного материала. Также можно будет направить средства гранта на погашение, на уплату процентов по инвестиционным кредитам, которые будут привлекаться получателями гранта именно на реализацию проекта, в котором планируется получить средства гранта.
Угу. И это будет действовать с 2021 года? Да, это планируется к введению с 2021 года. Угу. Будут ли изменения по упрощению получения гранта? По этой теме со стороны Минсельхоза Чувашии ведется активная работа. Планируем и пытаемся внедрить новые цифровые технологии. Очень надеемся, что это получится. То есть мы хотим упростить порядок получения грантовой Угу. поддержки, предоставления документов в электронном виде, предоставления отчетности в электронном виде. То есть это гораздо было бы проще со стороны любого участника не приезжать и лично не представлять документы, а уже в электронном виде, зарегистрировавшись в личном кабинете грантополучателя, предоставлять документы в Минсельхоз Чувашии, предоставлять отчетности по использованию гранта, заключать соглашения и так далее. Какие проблемы будут решаться при реализации программы «Агростартап» или «Агропрогресс»? По линии агростартапа сейчас тоже планируется внесение изменений в законодательство, в федеральное законодательство. Мы планируем, что будут внесены изменения в части, к примеру, того, что у нас некоторые населенные пункты перестали подпадать под требования. По требованию, которое устанавливается законодательством для получения грантовой поддержки по линии агростартап. Например, у нас не могут входить поселки городского типа или малые города с численностью до 30 тысяч человек. Планируется, что после внесения изменений грантовую поддержку смогут получать и фермеры, которые будут зарегистрированы на указанных мной территориях. Угу. Следующее это изменение планируется то, что на сегодняшний день, например, грантополучатель не должен иметь задолженности по налогам. Часто мы сталкиваемся с тем, что задолженность она является несущественной, там несколько копеек или рублей, но мы их не можем допустить к участию в конкурсе, поскольку такая задолженность вообще имеет место быть. Поэтому сейчас на федеральном уровне планируется внесение изменений законодательства в части допуска к участию грантовой поддержки фермеров, которые имеют задолженность по налогам до 10 тысяч рублей. Угу. Очень надеемся на то, что это будет поддержано со стороны правительства Российской Федерации. В-третьих, по действующим правилам у нас имеют право участвовать в конкурсах только индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в качестве главы крестьянско-фермерского угу. хозяйства. Предполагаемые изменения уже планируют допустить к участию в конкурсах индивидуальных предпринимателей без регистрации крестьянско-фермерского хозяйства. Очень надеемся тоже, что эти изменения пройдут на федеральном уровне, и после чего мы уже внесем изменения в свои нормативно-правовые акты Чувашской Республики, и более широкий круг у нас фермеров смогут получить грантовую поддержку. Инна Вячеславовна, скажите, пожалуйста, где могут фермеры, сельхозтоваропроизводители узнать эту информацию? Сразу же, как будут внесены изменения в федеральное законодательство, и мы начнем работу по внесению изменений в наше законодательство, на сайте Минсельхоз Чувашии появится соответствующая информация либо в новостях, либо уже будет указано конкретное разъяснение. Угу. Спасибо большое, Инна Вячеславовна. Я надеюсь, что информацию, которую мы сегодня обсуждали о мерах поддержки сельхозкооперативов и фермеров, была полезна и интересна. Ну и люди, которые заинтересовались этой информацией, могут, наверное, обратиться в министерство напрямую, чтобы им конкретно все рассказали. Да, конечно. Они могут обратиться к нам непосредственно в министерство, либо в центр компетенции, который специально был создан для того, чтобы информировать фермеров о внесении изменений, в том числе давать возможность им подготавливать качественные документы. Этот центр компетенции у нас создан при КУП Агроинновации. Про него также можно найти информацию как на сайте Агроинновации, так и на сайте Минсельхоз Чувашии. Угу. То есть смело можно звонить, все новшества узнавать, соответственно, готовиться к 2021 году. Чтобы получить средства для своего производства. Да, конечно. Спасибо большое, Инна Вячеславовна. А сегодня гостем программы «Агрочас» была заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Инна Волкова. Спасибо. До свидания.